Привет, друзья, с вами снова Бой 777. Сегодня у меня для анбоксинга вот такая интересная штука. Это пароочиститель. Американская вот фирма Daredevil, довольно известная, то есть в интернете много информации вот по пылесосам. У меня даже вот дома два пылесоса этой же фирмы, но они как бы недорогие, но и сравнительно качественные, понятно, что все китайское, вот. Но именно вот по этой штуке информации практически нигде нету. На ютубе даже я не нашел ни одного видео анбоксинга. Вот, значит, такой вот этот пароочиститель хотел уже давно купить для дома, но как бы сначала не попадалось недорогих вариантов, вот, а потом, в общем, я и забыл, что когда-то его хотел купить, и сейчас вот случайно, когда были акции, вот эти Black Friday, вот, пришла мне рассылка, и конкретно именно на сайте производителя, вот этот Daredevil.com, была распродажа вот этих вот пароочистителей по 19,95. То есть я посмотрел на eBay цены, самый на eBay он стоит самый дешевый 39,95, а на самом Daredevil и на Амазоне 49,95. В общем, 19,95, я подумал, что предложение достаточно выгодное, вот, и решил заказать, тем более, что у меня как бы есть куда его применять. В общем, собственно, из названия понятно, что если пароочиститель, то он и применяется для очистки паром. То есть вот здесь примерно нарисовано, что именно можно чистить, то есть мебель, ковры, в ванной комнате, там ванну, душ, дверцы, ну и в общем-то область вообще не ограниченная, то есть кресло в машине можно чистить, пол можно чистить, если он там не из натурального дерева, а, к примеру, линолеум или арголит, или там вот эти вот всякие под дерево панели, сейчас новые, много видов, я думаю, что все это можно чистить. В общем, оплатил я кредиткой, да, доставка была бесплатная, никакой упаковки дополнительной не было, то есть вот так вот мне его и привезли, вот в таком виде, то есть курьер принес домой, доставочная служба FedEx, вот здесь вот единственное, что есть, это не инвойс, а какой-то внутренний документ перемещения со склада, я даже не знаю, зачем он мне нужен. Вот здесь он был вложен, то есть это может, если там за границу везти, для этого можно, ну не знаю, то есть, вот, то есть. Это я не знаю, что, какая-то еще наклейка вместе с этой оторвалась, вот. Почтовая наклейка вот наклеена прямо на эту оригинальную коробку. Вот это вот, собственно, просто извещение. Вот, то есть, если дома нет, а его FedEx оставляет, ну, я так был, поэтому я не знаю, почему оно здесь, по идее, ее не должно быть. Ну, собственно, вот это вот и все. Не буду затягивать время, перейду непосредственно вскрытию. Так, то есть вот здесь я вижу, только вот здесь заклеено скотчем. Скотч этот разрезаю. Какие-то телефоны, наверное, службы поддержки. Так, сверху сразу видно
инструкция пользователя, адрес сайта интернет, вот daredevil.com, то, что я и говорил. В общем, с этого сайта я прямо и заказывал. Вот. То есть непосредственно с производителем. На сайте есть отзывы, да, об этом пароочистителе. Ну, их там, в принципе, не так уж и большой выбор, из чего было выбирать. Во-первых, распродажа была только на этот. Во-вторых, за там, $50 или 40 я бы не стал его покупать. В-третьих, отзывы, в принципе, у тех, у кого это устройство работает, достаточно неплохие. А негативные в основном отзывы у тех, у кого оно быстро сломалось. Вот. Но здесь как бы у меня есть год гарантии. То есть если я его буду использовать нормально, то есть в течение там какого-то времени, оно не сломается, то я думаю, что оно будет все с ним нормально. Если сломается, то по гарантии просто заменю или верну. Вот. Вот карта для регистрации продукта. В общем, тут всякая информация. Дальше. Сверху сразу видно. Вот здесь в такой вот пенопластовой штучке лежат какие-то принадлежности. Вот. Ладно, посмотрим давайте поподробнее. Значит, вот такой вот пластиковый шланг со специфическими вот такими вот насадками с обеих сторон. Раз. Вот такая вот насадка. В виде какого-то интересного крючка. Куда оно насаживается, я пока не знаю. То есть, ну, ни сюда, ни сюда, вот видно, она не подходит. И здесь вот что-то вращается. А, ну вот, в принципе, она сюда и насаживается. Просто ее надо... А, я понял, да, вот она насадилась. Ее просто глубже надо пропихивать. Так, шланг, вот такая вот угольчатая насадка, вот такая вот маленькая щеточка, насадка, вот так вот, ну, то есть держится достаточно плотно, воронка обычная, вот такая пластиковая. Какой-то резиновый ринг, прокладка, то есть видимо запчасть, если что-то случится. Вот такой вот видно с резинкой махровый мешочек, это наверное тоже куда-то насаживать. Стакан. Значит, здесь написано, внимание, максимальная линия заполнения, не используйте больше, чем в этом стакане воды в устройство в одно время. То есть это стакан, которым заливать в него воду. То есть вот эта линия показывает, сколько надо заливать, столько или как бы меньше. Дальше. Я не знаю, что это. Но я так подозреваю, что это тоже насадка. Здесь вот что-то белое непонятно. Куски что ли пенопласта. Вот здесь вот она в чем-то облипком, я не знаю, в каком-то масле. Что это за насадка, я, честно говоря, не знаю. Видно, что здесь есть какая-то бронзовая или латунная вон там сопло. Так, а дальше вот такая вот какая-то еще насадка вот здесь из резины, похоже на какой-то скребок для, я не знаю, чего.
И, собственно, вот такая вот насадка. Видно, что она вот здесь разборная. А вот это вот, скорее всего, к ней прикрепляется. Я так логически думаю. Да, потому что вот. Вот. То есть она прикрепляется сюда. Вот так вот. Или на... А, нет, ну, наверное, наоборот. Ну, то есть, неважно, вот это вот прикрепляется сюда, а вот эта вот штука, я так понимаю, надевается вот сюда, вот. Вот так вот. Ага. Все, тут больше ничего нету. Собственно, вот он сам пароочиститель. Выглядит просто очень круто, конечно, с виду. Не знаю, как это описать, то есть сами видите такой ярко-красный свет, цвет снизу, значит, написано Royal. Royal, я так понял, это, скорее всего, какой-то, то есть сама фирма, я так понял, Royal, а Daredevil, я так понял, это ихнее подразделение. Вот, пожалуйста, значит, нижняя этикетка, что здесь написано. Адрес сайта, 1 год гарантии, телефон сервисного центра. Ну и, в принципе, все. Вот. Здесь модель. Да, модель. Я не сказал модель. Вот здесь вот. А что? Опять все. Перестала она фокусироваться. Модель. Вот она. PD 20005. Вот. Для тех, кто захочет посмотреть какую-то информацию о нем. Здесь какой-то, я вижу, индикатор. Здесь какая-то кнопка, это, наверное, чтобы пускать пар сверху. Какая-то крышка. Написано, открывайте осторожность. Это, наверное, для того, чтобы не ошпариться. Вот видно бронза, вот видно вот эта вот прокладка. Это как раз та, которая шла... запасная, то есть это, видимо, если с ней что-то случится, с этой резинкой, то есть запасная, чтобы ее поменять. Видно вот здесь вот, что, скорее всего, сам котлован для пара алюминиевый. Вот это вот все тяжелое, вот эта сама штука тяжелая, то есть видно, что здесь много металла. Вот почему? Потому что мы наливаем, значит, туда воду, да, и включаем, оно начинает ее разогревать до температуры, я не знаю сколько, но больше 100 градусов. Естественно, вырабатывается пар, и вот в этом котле создается очень высокое давление. За счет этого давления, когда мы открываем, нажимаем, пар начинает за счет давления выходить. Вот и все, собственно, весь механизм. То есть пар очень получается под высокой температурой, да, и за счет этого, то есть любую грязь, он очень легко распаривает, отделяет ее от, собственно, той поверхности, на которой она находится. То есть хоть это ткань, хоть это что-то твердое. Вот. И... Ну и не нужны при этом никакие дополнительные средства для дезинфекции, потому что как бы такая температура, она уже убивает автоматически все бактерии. То есть вот так вот присоединяется шланг.
Вот. Вот сюда, наверное, заливается вода. Но я не знаю, это надо инструкцию. Провод видно вот достаточно длинный. Тут очень много мотков. Вот розетка такая американская, заземление. То есть, собственно, смысл в чем? Набираем мы воду до этой линии, открываем эту крышку, ставим воронку, воду заливаем, включаем пар, надеваем какую нам надо насадку, то есть чистить мебель, там набираем эту, чистить пол, наверное, вот эту. Не знаю, правда, что вот это и вот это. То есть это, наверное, какие-то, ну, серьезные насадки. Вот, видимо, они дают большое давление. Пара струи какие-то дают. Ну, или вот это вот, понятно, отсюда изнутри идет пар, а щетка достаточно жесткая, и можно чистить. То есть вот такая, собственно, штука, да, называется она Daredevil. Пароочиститель. Вот, модель я вам сказал. Если кому интересно, ставьте лайки, оставляйте комменты, подписывайтесь на канал. Вот, и кто, если хочет узнать о ней больше, пишите в комментариях. Я тогда запишу видео, так как это видео, это был уже просто анбоксинг, да, вот, то запишу видео конкретно уже по испытанию, то есть найду какую-то грязь, заправлю его и на деле, то есть проверю, как оно работает. Всем спасибо за просмотр, с вами был 877, всем